Женя, ты что сегодня не нагулялась? Куда собралась? Просвещаться культурно. В такое место. Громче говоря, плохо слышно без наушников. Ну вот. В очень интересное место. Короче, мы в Третьяковскую или куда? Как называется? Мариинский театр, да. На оперу «Снегурочка». Сегодня мы вам покажем две ипостаси вечера в Питере. Это опера и это рюмочная. И все это буквально с разницей в полчаса. Женя, что начнем, с рюмочной или с оперы? Идем в оперу. Поехали на такси за 84 рубля. Вот уже здание Мариинского театра, в котором мы вчера брали билет. Мариинский первый, старая сцена историческая, и Мариинский второй. Чем отличается? Годом постройки, как минимум. Историческими событиями, как максимум. Подходим к центральному входу, а там что-то прям ни толпы, ничего. Хотя должны градусником проверять. Так, мы сегодня на премьеру идем. Опера «Снегурочка». Это у меня вот любительница. Хотела учиться. Ой-ой-ой. Красотища. Как янтарная комната, да? Нет. Короче, здесь у нас тройная защита. Первое, это по штрих-коду заходишь, потом через рамки проверяешь, чтобы ничего лишнего не завели, да. И потом температуру проверяют. А теперь идем фотографироваться. А что, маски уже можно снять? Нет. Который здесь проходит. Здесь у нас проходит балет и оперы. Мы сегодня станем свидетелями премьеры оперы французским дирижером. Ух ты, лестница какая! Да. Сфотографируй меня на этой лестнице, на мой телефон. Только, опера называется «Снегурочка». Тут лестница вся светится. Вот, смотрите. Да, очень красиво. Театр и музей современного искусства. Костюмы, смотри, какие шикарные. Костюм для партии князя Гремина. Женский костюм для оперы Сергея Прокофьева «Война и мир». О, важную комнату нашел. Кстати, обратите внимание, как театр подготовился к коронавирусному сезону. Здесь не надо прикасаться к смывателям. Все работает дистанционно. А, та же самая здесь. Ну, это мы видим и в торговых центрах. В глазах не мельчешит у тебя цветовых ступенек? Кстати, они... Фух, чистое стекло, да. Высочище какая. Аттракцион. Еще декорации. С Казани о невидимом граде Китер. О, нет, это уже что-то... старинная. 1958 года декорации. Вот так вот выглядели старинные афишные тумбы театральные. Деревянные стены театра. Сюда видно один из проспектов Питера. А мы все поднимаемся, поднимаемся. Нет, конечно, здание шикарное здесь сделали. Точно не могу вам сказать какого-то года, ну, не посмотрел еще эту информацию. Вообще, конечно, покупая билет в театр, я рассчитывал, что мы попадем в историю. Старинное здание, в котором проходили 200 с лишним предыдущих сезонов. Ну, посмотрим уже на этот новодел. Это небольшой зал нашли, где вот здесь рояль стоит, сидушки. Женька сидит. Семок нету. Надо в буфете спросить. Буфет не работает. Это не тот буфет. Буфет для балкона, он не будет работать. Нас сегодня там мало, через одно сидим. Кстати, да, в рамках коронавируса места заполняются только через одно. Вот, дядька рассказывает про особые меры. Напоминаю, что использование средств индивидуальной защиты, масок и перчаток является обязательным условием на протяжении всего пребывания в здании театра. Ого! Гигантский какой.
Ух ты, ё, высотища. Метров, наверное, ну, пятый-шестой этаж здесь. Вот это и нашел. Ждем третьего звонка и начало сеанса. Кстати, это самая первая премьера после эпидемии. Первый раз Снегурочка вышла в 1882 году. Дирижером сегодняшнего представления будет Валерий Гергиев. Очень известный дирижер. Пустую яму заполнилась. Ужас какой, такая какофония стоит. Во время эпидемии все сидят через одного. Отсутствие большого количества туристов, в первую очередь из Китая, позволяет вообще без проблем билеты покупать. Раньше же на эти премьеры билеты раскупали вместе за счет всяких туристических организаций. Сейчас и питерцы аккуратно подходят по ходу в театр. А вот и буфет. Жень, вот когда свет еще как-то по-другому включили, на улице темно, тут вообще как золотом стены горят, янтарные. В общем, мы посмотрели первый акт, просто сегодня на вечер еще планы есть, да, 2 часа, там всего где-то 4 часа идет, 3,5. Поэтому мы сейчас идем, погуляем по городу. Но, скажем так, первый раз в опере реально зацепило. Ну все, возвращаемся с оперы в реальную жизнь. Опера была реально очень красива, классные у них были наряды, очень красиво пели. Нельзя было долго снимать, поэтому что снял, то покажу. Показал. Так вот Мариинский театр выглядит ночью. Красивый. Мариинский театр 2. А старый-то работает, нет уже? А я не знаю, Коль. Но нам повезло только в новое попасть. Очень хотела старое. Ну и то, что в новое пошел, не жалею. Вот эта вот тема, по крайней мере, сейчас пока туристов не так много, с учетом еще того, что не утихли ковидные события, китайцы, иностранцев нету. Да, вот в сентябре месяце приезжаешь, и, в общем-то, тут не Петергоф, тут всего лишь Санкт-Петербург, поэтому особых ограничений нету, никто вашу машину не таскает. Спасибо. Вот такой гигантский бокал сегодня принесли на ужин Евгений. Вот такой длительный. Вот сюда мы сейчас пойдем. Под конец Карпатии. Атмосфера питерских баров. Как это называется? Рюмочная, короче. Да, интересно. Сколько народу собрало? А знаете почему? Потому что пиво по 180. Чача по 170. Наша краснодарская, почти армянский коньяк. Так что у нас сегодня после... очень символично, что после оперы... премьера оперы в Мариинке. Да, и оперы в Мариинке. После премьеры оперы в Мариинке мы отправились сюда, да, немножко... Причем сегодня без ужина. Гармоничный человек должен быть развит всесторонне. Да. Полностью согласен.